Умничка, мальчик какой, мальчик помогает мне. Какой у меня внучок хороший. Ты любишь бабуле помогать? Деми. Деми. Ой, как он помогает. Вот видите, какие у меня внуки. Вот так вот мы и живем. Друзья мои, доброе утро всем. Всем прекрасного дня. Сегодня мой сыночек уезжает. И что мама делает? Сейчас, естественно, буду готовить рисовую кашу. Молочную. Выпью кофе. Дэми вот мне помогает. Он мне сюда складывает тарелочки, а я потом в шкафчик это складываю все. Вот такой вот у меня внучок хорошенький. И буду готовить хачапури в дорогу сыну. Ну, как-то так. Те принцессы мои спят, а я вчера поздно легла опять. Отключилась уже, потому что после моря все было в песке, все перестирала, перемыла. Деток перекупала и все. Вы знаете, что мне так нравятся такие заботы. Я же медсестра не то что по образованию, с рождения, мне кажется, медик. И мне вот есть такая потребность за кем-то ухаживать. Почему тут тоже ножки и вилки? Но это запасные, если не хватит. И приносит мне большое удовольствие, я уже настолько привыкла. А где вот эту положить? А эту где положить? Вот здесь. Вот здесь положи. Ножика нету, ножики сюда положи. Нету там ножика? Нет. Нет, эти маленькие ножики сюда. Ну, в общем, друзья мои, буду печь хачапури. Обожаю сыночка в дорогу. Счастливого тебе пути, мой зайчик. Люблю тебя. Будь умницей, чтобы мама тобой гордилась. Идем, короче, друзья мои. Всех собрала деток, накормила, напоила. И поспать не уложила. Идем. Автобус почти наш. Проезжаем, где медикал парк. Вчера сделали тест отрицательный. А он пришел, мне говорит, положите. Как красиво сидят мои детки. Приехали мы. 45 минут ехали на автобусе. Очень хороший автобус, прохладно. 40 минут. Сколько? Только сглазила. Сказала и сглазила. Эндер молодец. Я очень довольна его отношением. Все. Не надо, не надо, Ирма. Сыночек. Сыночек мой. Желтые цыплятки мои. Цыпляточки, цыплятоушечки. Вот наш автобус. Счастливого пути, сыночек. Удачи и попутного ветра. Спасибо. Ты шекюре дери. Все, давайте. Сколько?
Уважаемые друзья и подписчики, подписывайтесь на мой канал на Инстаграме. На нем вы увидите то, что я не показываю на Ютубе. Это интересные фотографии, посты о моей жизни, о моем бизнесе. Ссылка находится в описании под каждым видео. Пожалуйста, переходите по этой ссылке и становитесь моими подписчиками. Вместе мы сила! Всем привет, друзья мои! И вот наш очередной день. Только что мои детки проснулись. Сейчас бабуля будет их кормить. Они, посмотрите, чем занимаются. Аж кем включил им те игры. Они такие у меня взрослые уже. Эти мои девочки вот так постель застилают. Моя Ирмочка такая холёсия, бабулина принцессочка. Расскажи, бабуля, что-нибудь зрителям. Люська, где моя девочка? Расскажи. Она. Что она? Деми, а ну-ка ты расскажи, мой мальчик, бабуля хочет его подстричь, я же имею этот навык и парикмахера. И бабуля подстрижет музичка, как он сегодня бабуле помогал, подметал, какие у меня детки чудесные. Ирмочка мне машинку посудомоечную раскладывает. Да, такие хорошие все они, друзья мои, я их не разделяю, просто там вчера читала комментарий, что я разделяю своих внуков, больше люблю Мари. Дело в том, что Мари родилась у меня на руках, я ее вырастила до 2 лет. Что? А потом я уехала в Турцию, и поэтому у меня другие какие-то к ней чувства, а эти мои родились без меня. Родились-то, я присутствовала на их родах, естественно, в моей клинике родились, но потом мне пришлось уехать. И ее я беру, потому что с ней легче намного, они маленькие, с ними очень трудно куда-то ходить. А с ней, скажешь, она слушает, она это тащит, поэтому я как-то их, вот ее выбираю. А их оставляю. Ну, втроем тоже хожу, сами видели. Вот видите, как хулиганит он на камеру. Сегодня на ужин я решила пожарить курицу на соли. Вот такая вот она у меня получилась. Я уверена, что вкусная. А ее, наверное, здесь 2 кило. А также я жарю вот такую сковородку картофеля. Давно у нас не было жареного картофеля. И решила я накормить таким ужином сегодня. Ну и с вами поболтаю заодно. В Турции, в Мерсине уже не так жарко. То есть дышать уже можно. Вчера мы проводили моего сыночка. Вчера сняла его только на автовокзале, а потом у меня не было настроения, ностальгия. Еще мы ехали в такой жаре с детьми в автобусе, час туда, час обратно. Дети заснули, потом я вместе с ними, Эндер пошла в магазин, купила хлеб, Эндер поехал дальше по своим делам, банк. Пришли домой и отключились, поели холодного арбуза. И отключились. Даже у меня на ужин вчера что я готовила? Супом их накормила и потом бутерброды им делала. А Индер поужинал в городе. Ну и ответила на ваши комментарии. Спасибо вам большое за то, что вы так переживаете за меня, что вы со мной, что вам нравятся мои видео, что вы так нравятся мои внуки. Огромное вам спасибо, мои дорогие. Мой сын позвонил уже с утра, не с утра, а где-то к часу, что он уже дома. Он, значит, мы его посадили в 2 часа, и он в Сарпи приехал уже в 12 часов. Вы знаете, что произошло? Мы ему купили билет до Ризе, а его шофер высадил в Трабзоне и посадил на другой. Короче, вот такое бывает. А он объясняет это тем, что он был один пассажир, поэтому они не поехали дальше. И он заплатил еще 70 лир. И там заплатил, билет стоит на автобус
240 лир. И 70 лир. 70 лир стоит до старпи. Значит, 240 и 70, 310 лир потратили на дорогу. И 250 лир тест на коронавирус. Вот такие вот дела. Сегодня занималась с детьми уборкой. Встала с утра пораньше, раньше всех, по будильнику. Сделала 3 занятия йоги, пока дети спали. Накормила их кашей, потом мне накормила супом. Вот сейчас готовлю ужин. Ну, стало более поспокойнее, потому что хотелось уделить внимание больше сыну. Куда-то его повезти, погулять, показать. А сейчас с детьми нам некуда спешить. Вечером планирую в парк пойти, чтобы они свою энергию выпустили. Вот такие вот у нас дела. Буду готовить сейчас салат. Спасибо вам большое. Мне уже с каждым днем чувствую себя получше. Но, естественно, по утрам у меня такой кашель влажный. Часто ко мне звонит отец, папа с мамой. Спрашивают о моем здоровье. У нас 21 августа свадьба у Севки. Естественно, мне нужно менять маникюр, педикюр, что-то делать с собой. Ну, с тремя детьми. Я не знаю, как я на 5 часов, кто останется с ними. Не знаю, я как это, что будет, как готовиться. Вообще никакого желания, если честно, никуда нет уйти. Потому что я еще не выздоровела. Мне как-то так, по чуть-чуть и на бочок лечь. Вот такая я уже Светлана стала. Но самое главное, что я уже квартиру все убрала, все чистенько. И с Эндером пока справляемся. Как я поправлюсь, буду с утра ходить с ними на море. Хочу снять видео, пока никто меня не видит. Покажи, как ты кушаешь. Покажи, Ирмочка, как кушает. А ну покажи вилочкой. Со взрослыми сидит. Бабуля сказала, если она будет красиво себя вести, будет сидеть с нами. Да, бабуля? А Мираби уехала. Мираби уехал, да. Да, ну, посмотрите, как она кушает. И Деми какой мальчик у меня. Ой, какие детки. Приятного аппетита. Кемали, хорошо. И вот бабуля Света на детской площадке в нашем парке. Хоть они сейчас наиграются, и это дома им. Знаете что, нельзя не беситься, не прыгать. Там нельзя. Но жалко, правда, детей. Они же дети. Вот у них место, где можно повезти. А нас пузятик покушаль. И вот лизит. Ирмочка. Ирмочка, знаешь, как тебя любят многие бабушки и тети, говорят, мы так любим эту Ирмочку. Ирмочка, вы не знаете, какая хулиганка у нас. Она такая, такие устраивает истерики, не дает к Эндеру никому подходить. Вы представляете, не дает мне подходить к Эндеру. Вот такая вот у нас Ирмочка. Ревнует и говорит, нет, я, говорит, буду с ним спать, а не ты. Ой, как здесь хорошо дует ветер. А я оделась так по-домашнему, одела свой черный комбинезон. Он очень практичный. И вышла. Жалко детей. Сейчас начало 9 уже, все равно тепло. Надо пользоваться моментом, правда? В Батуми такой возможности не будет, как здесь. Тем более парк перед носом. Грех не воспользоваться. Девочка моя. Ну, не так, чтобы много, но многие приходят, многие уходят. Мы останемся сейчас одни, как всегда. Почему ты не хочешь играть? Иди тут тоже, побегай. Где? Иди, иди. Не хочешь? Хорошо с бабулей здесь, да? Мы с бабулей вместе. Я такая отключенная,
чем дома была, сверху комбинезон надела и вышла. Конечно, я с полвосьмого на ногах, ложусь поздно, чтобы вам видео сегодня надо монтировать для моих любимых зрителей. Ну ничего, справляемся. Постепенно справляюсь со всеми делами своими. А как по-другому? По-другому никак. Когда смотришь их, обнимаешь, целуешь, это такое счастье. Взрослых детей, сына уже не поцелуешь, не пообнимаешь, как и дочь. Если их, им есть кого обнимать. А эти хлопули, это мои все, думаю, мои. Леночка вот там сидит, качается. Знаете, вы говорите, что она тихая. О, какой у нее характер. Она меня ревнует к Ашкему. Не дает к нему подходить, дотрагиваться. И говорит, что я буду с ним спать. Хорошо, что она рано отключается. Вот посмотрите, как она капризничает. Уважаемые друзья и подписчики, подписывайтесь на мой канал на Инстаграме. На нем вы увидите то, что я не показываю на Ютубе. Это интересные фотографии, посты о моей жизни, о моем бизнесе. Ссылка находится в описании под каждым видео. Пожалуйста, переходите по этой ссылке и становитесь моими подписчиками. Вместе мы сила!